Volkswagen Teramon. Автомобиль, выпущенный на американский рынок, считаемый один из самых больших автомобилей в сегменте. На данной модели мы с вами видим внушительный дорожный просвет, который составляет 200 мм. Литые диски, как видите, агрегатируются всегда в стильном дизайне, позволяя вам оставаться на виду. Дизайн этого автомобиля, как видите, весьма бросок. Здесь вы видите брутальные формы, конечно же, это большой размер. И все это у нас идет с подсветкой светодиодной современной оптики третьего поколения, на которой будет освещать все трудности в ночи, и не только. Данная модель в топовых комплектациях комплектуется датчиком контроля дистанции спереди, заботясь о вашей безопасности и о безопасности пешеходов, который будет автоматически оттормаживаться, если вы не реагируете. Конкретно в этой модели мы с вами видим двигатель двухлитровый мощностью 220 лошадиных сил, который идет в паре с 8-ступенчатым автоматом, что достигает очень хорошую динамику разгона, а именно 8,6 секунд. Реально радует расход топлива на данной модели, который варьируется в 9 литрах в смешанном режиме. Объем багажника в данной модели, как видите, весьма внушителен. Соответственно, все ваши крупногабаритные предметы, либо же вся семья, с легкостью поместится в кузове данной модели. С помощью легкого движения руки откидывается средний ряд сидений, и человек ростом 1,80 м спокойно залазит на задний ряд и с комфортом располагается на нем. Очень много места, оно, естественно, просторно. Плюс современные опции, как полагает данная модель, а именно трехзонный климат-контроль, навигационные системы с камерой кругового обзора и LED центральной панелью. Трехзонный климат-контроль имеет функции управления механическими способами, либо же уже электронными на современный лад. Но вы и вся ваша семья может сделать более точные настройки погоды внутри. Полный привод данной модели можно переключать с помощью колеса управления им, а именно, видя снежные застои, вы сможете одним легким движением оптимизировать привод под него. Либо же, если вы видите сложное бездорожье, с помощью функции адаптации вы можете выбрать конкретно свой стиль вождения. Для того, чтобы пройти тест-драйв, приглашаю вас в наш автосалон Volkswagen, который находится на землячке 82G. Мы работаем с 8 утра до 8 вечера. Здесь сможете не только пройти тест-драйв, но и приобрести данную модель. We'll be right back.